вон ту рыжую сватую. Мне каждая конопушка, считай, копейка. Ой. Разбогатеешь. Ну и чё он, приказчик-то? Ты чё? Ты чё орёшь-то? Ты чё? Мужик! 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 А чё случилось-то? Куда он стоит? Господин Свитон! Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Свитон. Здравствуйте, Александр Федорович. Генрих Иванович, мы с вами давние знакомые, поэтому перейдем к делу без лишних любезностей. Временное правительство в буквальном смысле атаковано со всех сторон. Его обвиняют в контрреволюции, предательстве интересов народа, заговоре в пользу немцев, а меня объявляют главным врагом России. Чем я могу помочь? Генрих Иванович, вы один из лучших следователей в России. Благодарю. Как вам известно, царь и его приближенные находятся под арестом. Ведется расследование целого ряда преступлений, совершенных самодержавием против государства российского. Вы хотите, чтобы я расследовал преступления, совершенные царем? Нет. Объектом вашего расследования будет фигура более зловещая. Мною вы откомандировываетесь в чрезвычайную следственную комиссию по расследованию злоупотреблений высших должностных лиц. Вам надлежит возглавить отдел обследования деятельности темных сил. Вы назначаетесь главным следователем с огромными полномочиями. Вот ордер. Темных сил. Вы шутите? Ничуть, Генрих Иванович. Именно темных сил. И кто же является фигурантом?
развратник и шарлатан, злой гений и символ гниющего царского рода. Вы представите российской общественности доказательство того, что этот человек является исчадием ада. Вы докажете, что он с помощью высокопоставленных лиц проник во дворец, а затем деятельно способствовал доведению страны до ее нынешнего ужасающего состояния. Общество, Генрих Иванович, должно понять, что не я и не временное правительство виноваты в том, что творится сейчас со страной. Ну, хватит ли моей квалификации? Я ведь всю жизнь занимался исключительно уголовными делами. Вот и докажете, кроме всего прочего, что этот человек обычный уголовник, шулер и вор. Думаю, это расследование, Генрих Иванович, может стать важнейшим в вашей карьере. Так о каком же идет речь, Александр Федорович? Кто этот человек? А я разве не сказал? Нет. Ну, конечно, Распутин. Бедная Россия. Смутные времена выносят пену человеческую на вершины власти. Среди этих людей душно, муторно, но, как миллионы моих сограждан, я теперь своей судьбы не знаю. Забавно. Все летит к чертовой матери, а я, как ни в чем не бывало, приступаю к делу со всем рвением. По-другому не умею. Как правило, работа моя более всего состояла в том, чтобы из плохо подшитых протоколов, запутанных допросных листов и безграмотных докладных проявился живой и неотвратимо грешный человек. И как только грехи его выстраивались в цепочку истин, тут же становилось ясным, преступник он или жертва чужого злодеяния. Сейчас же задача моя упрощена до крайности, до примитива, ибо нынешнего моего фигуранта только ленивый не назовет злодеем. И именно потому я вполне допускаю, что дело это принесет немало сюрпризов. А ты мне правду сказал, братец? Это и есть дом самого Распутина? Он и есть, ваше благородие. Других-то Распутиных нету, а Григория Ефимовича дом здесь, а каждая собака знат. Всякий тут ему обязан. Паломников-то на каждый день это по 100 штук выходит. А сегодня воскресенье, видишь, так они в церкви небось. Да что же, он себе камень исправить не смог? Важный ведь был человек. А храм-то какой построил? Так все деньги туда и утекли. Царство ему небесное. Григорию Ефимовичу, праведнику. Ну, праведником-то он не сразу стал. Баловал, говорят, поначалу, пьянствовал, лошадей цыганам водил. Ах, вон что, про то не знаю. Ладно, жди. Владей, Ахмед. Акиф! Акиф! Здорово. Здорово. Забирай коня. Ну, пошел. Откуда у вас ляч? С Покровки, общественный. И сколько просит твое общество? Ну, как завсегда, по 3 рубля. Старостый сказал, 6 рублей спишь, правильно будет. 5 спешу. 5 так 5. Не торгуешься? А что торговаться? Старосты 4 просил. Молодец. Минус 5 рублей. Акиф! Клади. 5.
кстати, у лошадки бог есть? Ну, пошла. Кажем, тварь божья. Пошла, говорю. Дядь, что нашу лошадку тянут? Их на теле лошадка. Ах ты ж! Дядь, что нашу лошадку бьют? Забью! Баба, подержите. Давай, чертова клячка. Эй, мужики! А то прямо здесь я забью. Мешок с костями сделаю. Чуть-чуть, мужики, мужики, тихо-тихо. Дайте, дайте ей. Господин хороший. В Петрограде ты дочку нашу, Матрёна. Её-то бы поболее узнали, чем я. Служба такая, Проскофья Федоровна. Служба. А остальные ваши дети где? Митя своим домом живет. А Варя церковь должна. А как вы узнали о смерти мужа? Как и все. Самвона. А почему в Петроград не поехали? Так урядник сказал, сюда его везут хранить-то, на родной стороне. Поверила я. Ну, после-то уж поздно было. А как вы познакомились с Распутиным? Ну, расскажите. Бедовый мужик был, м? Баловал, небось. Говорят, чего только не вытворял, покуда вы его в кулачок не зажали. Прасковь, Федоровна. И пил безбожно, и общественные денежки пропивал, так ведь? Да и изменял вам, небось. Что скажете, нахлебались вы с ним лихо? Поговори со мной, Прасковья. Может, и я что-нибудь важное тебе расскажу.
Ян, ты чё? Я мужа твоего одним из первых видел, когда его нашли. Сейчас следствие веду по его убийству. Знаю, кто убил. Сына Божьего все знают, кто убил. А вот что, он сам-то на смерть пошел. Важнее будет. Хорошая ты баба, Прасковья. Верная. Одного не поймешь. Если ты правду не скажешь, другие подавно наврут. Пошли вон отсюда, вниз. Наехали. Нюхает, нюхает. Как будто ты, Гриш, тут спрятался, а я тебя укрываю. Мотрят, мотрят, мотрят. Вот ты мне не муж, а так. А ты мой. Мой. Сил нет терпеть, как бы не дети. Ну ладно, не ругайся, не ругайся. Молюсь я, молюсь. Только тяжко, Гриш. Прости. Не буду. Не буду, не буду. Не буду. Значит, продал Гришка Распутин ту лошадь цыганам? Продал. Почем? Почем? Я не знаю, почем. Да я тех денег и не видал. Мы тогда барышнику все пшины задолжали, а лошадками отдавать сговорились. Так он нам записку прислал, что денег не спишет. Но в рот за воровство да за обман 100% накиня. Мужики усерчали. Всем обществом 3 часа его били. Думали, убили. А он выжил. Бежи отсюда. Дядя! Давай, бежи, бежи! Лошади! Отдам за лошадь, отработаю. За лошадь отработаешь, а с обиды как быть? Сколь еще терпеть твою коленца? Э? Все в юродиво играешь. Отца своего позоришь. Общество у тебя один срам. Ну и что теперь, убьете? А ты сам знаешь. У нас законокрадство один ответ. Да что, мы с ним разговариваем, Матвей Поликарпович. Он и вины не берет, и каяться не желает. Каяться перед Богом будет. Господи, ишь ты, к Богу собрался. Ну, скатертью дорожка. Бей его, православный! Ай!
заткнись, мужики! Хватит, я сказал! Господи Иисусе, да мы убили его! Молчи! Собаки, собачья смерть! Девка дура, с косой бросилась! Тьфу ты, грех один! Пошли! Пошли отсюда! Господин следователь, дозвольте спросить, для чего все это? Гришка уже покойник давно. Народ у нас на него зла не держит. Наоборот, почитают. Кому теперь дело есть? Конокрад, не конокрад. Смута велика за углом. Война. Людишки как мухи мрут. У нас в деревне 16 дворов осиротели. Да еще семеро мужиков, что той мячик, без рук, без ног воротились. Обществом содержим. Конокрад Гришка или нет, он теперь перед Богом ответ держит. А мы? Так конокрад или не конокрад? Если не конокрад, за что ж тогда били-то? Господи, помоги, я за себя прошу. Господи, пойду, куда скажешь, Господи. Помоги, Господи. Ефимыч, частенько тут цыганский табор был. Любил он их, цыган-то? Цыган любил. А что же, они больше не возвращаются? Мужики отводили. Решили, что вся беда от них. Один я на этих местах остался. Ты что же из тех цыган? Не похож. Похож, похож. Много коней воровал, попался. Каторгу сослали. А когда вернулся, никого здесь моих нет. Послушай, милейший, может, ты про эту краденую Распутиным лошадь все знаешь, а? Про Вентиленте. Я же ее у Григория Ефимовича принял, я ее и продал. Кому? Ахмету, барышнику.
Живодеру? Больше не было никого. А денег ты Распутину сколько отдал? М? Так сколько? Да нисколько. Григорий Ефимович денег не взял. Вот тебе, братец, пример жестокой иронии судьбы. Ради чего конокрадом объявлен? Чтобы лошадку спасти, которую тому же живодеру отправили. Трогай! О! Ну, прошло! Таким образом, одиночный факт конокрадства подтвердился. Но вместе с тем никаких следов, извлеченных из того выгоды, нет. Известно, что после избиения Распутин чудесным образом восстал из мертвых и отправился бродяжничать. К этому периоду относятся немало событий, подробности которых я намерен получить в бывшем уездном управлении полиции. Мед у нас знатный. Пробуйте. Ваше превосходительство. Сразу вопрос. Нравится ли чайку подлить? Вкусно, Максим Фадеевич. Вкусно. Да, и какое я вам превосходительство? Так, мелочь чиновная. Ну, не скажите. Вы-то хоть в должности. А нам куда деваться? Новая власть полицию-то отменила, а взамен чего? Что-то в шину придумали. Милицию народную, куром насмех. Сразу вопрос. Могу я товарищу Шалопаю морду сунуть? Ежели он у меня на глазах безобразить. Раньше мог. Никто бы слова не сказал. Полагаю, теперь никто не скажет. А кулаки у вас знатные. Это да. Кулаки знаменитые. Ежели по правде, самого Гришку Распутина лупили. Вот как? Прям-таки самого Распутина. Сразу вопрос. Ведь из-за его Гришки Шельмеца Каянова приехали. Так бы и сказали. Ну, сразу говорить не приучен. Сначала послушать люблю. Ну что ж, по хлыстовскому делу был доставлен. По нему, извиняюсь, покорно и в зубы получил. Гришка? Ну да. Но, однако, разные сведения сохранились. Гришка-то много тут чего натворил? По хлыстовскому делу проходило, по убийству отшельника Антипа. Желаете все посмотреть или... Да, давайте все. Только, Максим Фадеевич, если можно, по порядку. Ежели по порядку, то было это по возвращении его Гришки, то есть из странствий. Где странствовал, с кем блудил, точно не скажу, не знаю. В народе много-то байк ходит. Ну, да народ-то у нас известно, когда сказок-то хочешь. О, сразу вопрос. Ежели был человек шалопай да конокрад, может, он погулял по белу свету, святым старцем оказаться-то, а? Говорят, и среди святых апостолов шалопай попадались. Вы, ваше превосходительство, в Бога-то веруете? Нет. Так значит, говорите, Гришка вернулся. Откуда? Ну, доподлинно неизвестно, но соображения имею. Итак? Ну что, родная? Не переживай. Отмолишься? Отмолишься? Я тебе говорю. А тебя не приму тебя. Я тебе точно говорю. Вот тебя не приму. Да. Кто родной?
Так жаба проклятущая заболела. Пройдет, пройдет, милый. Правда? Все пройдет. Слава Богу. Все, гуськи, сидим. Сидим. О, и вся чиста компания. Здравствуй, дядька Дима. А чего ты свой платок не надел? Варя. Так не кожа. А ты откуда вы будешь? С Тюменского уезда. Ух, якуля, Варя. Не близкой смерти. Не близкой. Дионисий меня зовут. А тебя как? Григорий. А. К нам-то по что? Ну, а где что? Да я просто все тут ведаю. Зачем к нам-то позвал? Бога узнать хочу. Бог. У нас тут не шибко ты его узнашь. Настоятеля нашего, да дубину его. Вот это узнашь. Сам ты что здесь? Да вообще. Вот ничего. Но грешок есть один. Запойный я. Так монахи-то меня и терпят. Но... А тут и работа, и пить-то не дают. Потюкаю топориком за похлебку да за квас. Глядишь, может, какой грешок-то я отмолю. Скалите-ка. Благослови, батюшка. Сейчас ты стоять-то выйдет народ-то. Ты не стой просто. Ты проберись ты потихонечку-то и попроси ночевки. Звать-то хочешь, небось? Давай, давай, парень, не стой. Не приедут они нынче. Кто? О ком это ты? Ждешь кого-то? С важными вестями? А почему не приедут-то? Не знаю. На днях будет ждет. А. Говори, кто такой? Откуда знаешь про моих гостей? От них пришел? Или шпионишь? Господь подсказывает. Что он тебе еще подсказывает? Гость твой знатный. Милости от их ждешь. Кто такой? Григорий, странный. Ну, пойдем. Определю тебя на ночлег. Парень, я-то как? Парень. Не один я. Это вот со мной. Плотнее, чем на пару. Божий обитель всех примет. Пошли. Гриш, будешь? Возле храма сидим. Убери грех эту. Прости меня, Господи. Тут отшельник один живет, Антипом зовут. Ну, его тут многие знают. О, кто с измольства греха-то не боялся. Все грехи, что бес послал, все спробовал. А почему? Почему? А что потом грехи-то эти заморить и очиститься. Понимаешь? Дело пень. Ты вник не паря. Я вот у этого Антипа-то бывал, он мне сам все сказал. Так а после егоных слов я, почитай, вот два не пил. Ну, а потом все как-то позабылось. Так и шо, сходи.
Нет, я человек конченый. Я уж лучше свою добью. Ну что, парень, надо лисату поправить. Дотим надо справиться, а иначе... Странник, о котором я вам говорил. Слухи, конечно, побежали по всему уезду. Сразу вопрос. Не верите? Улыбайтесь, гляжу. Ну, чего же не верю? Ну, сразу вопрос. Откуда вам все это известно? Так, настоятель тот теперь у нас в Верхотурье, в Николаевском монастыре. Услали от греха. Лишнего сказал про Григория Ефимовича, чтобы ему пусто было. Ну, когда тот уже в силе был. Вот поехал к нам в Луж. А тогда, после Гришкиной-то протекции, месяц прошло, как синод вызвали, да таким приходом наделили, дай бог каждому. Сразу вопрос, не лучше ли было гнать настоятелю проходимца Распутина с порога? Ну, как знать, как знать. А вот через кого конкретно он протекцию составил? А это, как в Тюменском уезде принято сказать, шаршеляфом! А настоятель ночи у предводителя гостит отсюда во 5 минут пешком. Не желаете ли позвать на чаёк? А знаете что, Максим Фадеевич, сделайте одолжение. Рад буду познакомиться. Значит, Шершель Афам, говорите? Всех судить буду! Бог меня выбрал судить! Всех судить буду! Всех до единого! Страшным судом. Пойдем в избу. Зовут тебя как? Иония Гусева. Пойдем.
Нет. Не так у нас делается. Не так. У кого это у вас? У нас. Нет. 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 Останете со мной, поведу тебя к нашим. Про чудеса твои расскажу. Ты будешь нашим Христом. Нет, нет, не сейчас, не сейчас. Нет, нет, не надо, не надо. Ну то срамота. Че пришел? Настоятель зовет. Важные гости приехали из Петербурга. Собирайся. Ну вот, Григорий, наконец-то приехали наши дорогие гости. Великая княгиня, милиция. Фрейлина... Мы тут без чинов отче. Простые богомолицы. Здравствуй, странник. Доброго здоровья. Мы тут сегодня видели, как ты у плотника кровь остановил. Че кривишься? Голова болит нестерпимо. Мигрени у меня. Сядь сюда. Глазки закрой. Молись тихенько. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Исцели меня. Тебя что болит, девица? Какая же я девица? Я замужем. Че за муж такие, если ты девица? Уходи от него, пока до смерти не забил. Темного человека. Вы должны быть в Петербурге, там ваше место. Едем с нами. Не. Настоятеля с собой в столицу возьмите. Он человек большой благости. Тесно ему здесь. Если ты поедешь, обещай. Бог даст, поеду. Шушка.
Анушка, что с тобой? Анушка!